Приветствую всех. Продолжим нашу кампанию за британских римлян. Да, британских римлян, точно. Такие вот дела. Мне все-таки ж, да, мне пришлось перезагрузиться. Хоть я и не перезагружаюсь, но мне пришлось переиграть. Все дело в том, что после уничтожения гуннов игра перестает сохраняться. То есть гунны вообще это стартовая фракция за британских римлян, и если их уничтожить, то игра просто крашится и перестает сохраняться. Так что мне пришлось загрузить аутосейв и там, по-моему, 3 или 4 хода переиграть. И да, гуннов я не уничтожаю. Вот такие вот дела. Да, вандалов я уничтожил. Император? А вот с гуннами придется повозиться. Так, да, и нужно быстренько 4 поселения захватить, чтобы закончить эту кампанию победой. Ну да, хватит разглагольствовать. Давайте продолжим. Так, давайте что-нибудь построим. Так, да, и дадим ход. Так, уничтожим здесь жителей. Нет, христианина не возьму. У меня фракция языческая. Так, появились славяне. Так. Здесь, как всегда, крестьянчиков. Это все дело можно переобучить. Строить здесь ничего нельзя пока что. Так, да, но зато... Зато можно здесь что-нибудь построить. И все, да. Больше ничего построить, к сожалению, нельзя. Деньги закончились. Господин! Да, вот здесь вот эти вот гунны пришли. Да, кстати, гунны имеют одного лидера фракции. Если они сейчас проиграют, то будет печалька. Будет печалька, это точно. Так что гуннов мы будем сохранять, беречь как зеницу ока. Так, 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 да, в принципе, нечего делать здесь. Ну вот они сковывают мою армию, что не очень-то хорошо. Император? Господин! Да, здесь уже мятежники появились. Давайте ход дадим. Две звезды. А вот его, пожалуй, возьму. Вперед!
Так, фракция... Ну как так? Почему гунны уничтожены? Ну что, играть без сохранений? Нужно тогда быстренько. А почему они уничтожились? Хотя да, я подозреваю почему. Потому что, наверное, их не лидер фракции умер. Да, кстати, я могу показать, доказать. Вот, смотрите, видите? Вот, кнопочка сохранить. Никак, нажимаю на нее, ничего. Да. Ну ладно, давайте тогда попробуем закончить сейчас за эту серию нашу кампанию. Нужно еще 3 региона захватить. Так. Давайте тогда набирать больше армии. Так. Сделаем. Здесь тяжелую пехоту. И здесь лучников давайте нанимать. Так, нужно побыстрее захватить еще 3 региона. И закончить уже эту кампанию, и все. Так, Лондон у нас бунтует. Так, дипломат крякнул. Так. Вот так сделаем. Так, здесь у нас... Нет, нет, нет. 5. Еще нужно 5. Отлично. Побыстрее, побыстрее, да, нанимаем войска. Так, здесь франки что-то на мою территорию, по-моему. Пошли или не пошли. Так, давайте следующий ход. Господин! В атаку! Они сделаны, господин! Так, франки, орды надвигаются, франки. Все-таки ж они идут ко мне. Хотя они довольно-таки покоцаны. Да, здесь высадились саксы. Так, давайте тогда здесь вот в Самарабриве немножко усилимся. Чтобы можно было в случае чего отбиться. Господин! Так. Да, эту армию, я думаю, можно выводить. Так, за этот час нам нужно закончить серию. Да, довольно-таки сложная задача, хотя еще три города. Так, один уже осаждается, второй будет. И еще один. Ну, какой-нибудь ближайший здесь захватим, что ли.
Хотя вот здесь вот можно и тинги захватить. Да, давайте все-таки ж нет, пойдем на юг. Так, Массилия, да, здесь? Ну, она довольно-таки слабо охраняется. Ничего там серьезного нету. Так, а вот от франков нужно будет отбиваться как-то. А, они пошли к Аварику. Так, война. Британские, римляне, саксы. Так, адмирал крякнул. Так, давайте попробуем отбиться от них. Отлично. От саксов я отбился. Так, а вот здесь вот, да. Они идут на Аварик. А Аварик у меня довольно-таки слабый. Так, давайте вот здесь вот возьмем в осаду. Так, здесь тоже можно заштурмовать. Так, этой армии сейчас мы здесь быстренько наведем порядок. И дадим ход, пожалуй. Да, тут пираты мои порты блокируют, гады. Но я ничего не могу с ними поделать. Так. Давайте заштурмуем все-таки же это поселение. Так, всех вырезать. Так, налоги повышаем. Давайте здесь крестьян наймем. Так, здесь быстренько нужно переобучить войска. Готовимся к бою, да. Так, и здесь может быть что-нибудь построить. Хотя бы вот дороги, да. И вот так тоже желательно. Так, Массилию, да. Давайте заштурмуем Массилию. Тоже победой. Тоже уничтожим всех. Так, тоже переобучим. Да, вот так вот. Давайте здесь вот так построим. Так. Да, это я никак не успеваю. Так, здесь строится. Здесь тоже низкие порядки.
Да, здесь дороги, пожалуй. Сделаю. Так, здесь к Аварику я подведу свою тяжелую конницу. И в принципе, да, в принципе, могу отбиться от этих франков. От этих французиков, лягушатников. Дам ход. Да. Как много сообщений-то. Так, новый член семьи. Поселение в осаде. Предательство, франки. Да, они, кстати, были нашими союзниками. Давайте дадим им расширение это, что они просят. Так, здесь нужно побыстрее, нужно переобучать. Самые побитые такие вот отряды. Так, давайте его уничтожим. Атаковать врага! Победа! На борту! Ищу. Да, римляне здесь меня конкретно прям заблокировали. Ой, и ничего я с ними не могу поделать. Ихние флоты слишком сильные. Так, 10 ходов, в принципе. А, ну да, он здесь хочет... хочет на штурм идти. Отлично. Этих повстанцев забьем. Да, и нужно спешить, на помощь нашим городам. Так, 13 регионов, еще один нужно захватить. И все будет ровно. Хотя, да, лучше было бы здесь подтянуть еще. Но я думаю, я не успею. Хотя, в принципе, здесь и лучники есть, и тяжелая конница. Я думаю, все-таки сдержу. Сдержу ихнее наступление. О, отлично, у меня уже есть тяжелая пехота здесь. Да, давайте еще один ход дадим. Да, лидер фракции, к сожалению, умер. Так, эти побунтовали немножко. Не слушаются, не хотят. Эти уже сразу же саксы сюда подошли. Мы обратно. Так, кто у нас новый? А, здесь он. Хорошо. Так, восточные римляне самые развитые. Да, капитан. Держат, все-таки ж в осаде. Не пускают римляне наш флот.
Так, здесь один ход. Если он мне даст один ход, будет вообще все. Все прекрасно. Хотя, если не даст, то, в принципе, ничего страшного, думаю, не случится. Так, здесь, да, эти недовольные, ну ничего, я понизил им налоги, они сразу же подобрели. Прям так упорно осаждают мой порт и никак не дают продвинуться. А если я флоты понастрою, а? Что вы на это скажете, римляне? Да, капитан. Флот готов. Флот готов. Готовы поднять паруса? Да, капитан. Это и сделано, господин. Да, капитан. Так, и сделаю, пожалуй, вот так вот. Давайте еще один ход сдадим. Что, идут в атаку, да, франки? Так, здесь будущий лидер, да? А здесь лидер ихний. Ой, ну что ж, ладно, давайте попробуем отбиться. Все-таки ж небольшой шанс, но есть. Так, что у них здесь? Ну да. В принципе. А хотя можно и сжечь эту башню попробовать. Хотя здесь еще есть таран. Ну да и ладно, мы запремся прям в центре. Так, где здесь центр? А, вот он центр. Так, и они пойдут, наверное, вот с этой вот стороны. Так, крестьян сюда. Лучников поставим здесь, чтобы били им во фланг. Конницу тоже в центр. Слава богам! Подкрепление прибыли. Отправьте их в бой. Лишите врага мужества. Так, а у меня подкрепление здесь. Ой-ой-ой, прямо вот, прям возле него. Хотя у меня здесь преимущество, да, у меня 3 отряда. Это получается 75 примерно, чуть меньше, да, у него 45. Так, здесь таран сгорел. Отлично, отлично. Пока держимся здесь конницей нашей. Вражеские враги уже поставили у стен внушительные осадные башни. Готовьтесь к кровавой битве. Да, вражеский царь бежит. Вернее, уже убежал.
Да, без ихнего царя им будет тяжко. Так, давайте, ребятки, быстренько в город. Эти хотят перехватить. Да, перехватили все-таки ж. Перехватили нашу конницу, но они убегают. Да, потому что они мечники. Они не копейщики. Против конницы хорошо копейщиками действовать. Враги уже поставили у стен внушительные осадные башни. Готовьтесь к кровавой битве. Так. Давайте на паузу. А, вот. Вот он центр. Давайте в центр. Так, 21%. Так, отлично, да, пока они сейчас высадятся, пока то-то, мои башни здесь еще перестреляют. Посмотрите на укрепление. Стены пали, и боги покинули нас. Ага, эти еще идиоты побежали вот мимо всего города, мимо всех башен. Еще здесь их конкретно пообстреляют. Так, 41-42%, отлично. Так, сейчас, ну нужно думать, откуда он зайдет. Теперь. Так, что-то я никак не могу разобраться в этом городе, как здесь устроена архитектура вся. Все эти переходы. Так, ну вот здесь вот один отряд двигается. Ага, да. Все, понял. Я все понял. Так, нам нужно будет вот здесь вот построиться. Так, да, давайте опять увеличим скорость. Сколько там процентов уже? 53. Уже 53% он потерял. Да, разбредаются они все-таки ж по нашему городу. Так, отлично. Лучники здесь сдерживают. Своим огнем они сдерживают. Так. Ага, вот ихние копейщики. Копейщики Орды. Так, да, эти решили, наверное, с тыла зайти. Так, давайте еще раз скорость увеличим. Так, стоять.
Да, лучники, да, хорошо уничтожают ихние войска. Бьют им во фланг, по-моему. Хотя с этой стороны у них щиты. Слава богам! Сердца врагов наполнились страхом, и они обратились в бегство. Так, здесь тоже копейщики с этой стороны заходят. Так, ну да, эти не выдержали, И прям на крестьянах... Прям на крестьянах обделались. Так, стоять... Да, эти крестьяне, воодушевленные таким вот порывом, побежали быстренько в атаку. Ну да, здесь, по крайней мере, вот угрозу представляют ихние полководцы. Все остальные, мне кажется, уже все. Тем более 77% он потерял, это очень много. А битва-то еще фактически не началась. Ага, эти тоже не выдержали. Не выдержали обстрелов и побежали. Отлично. Так, эти колеблются. Да, тоже бегут. Все бегут однозначно. Да, вот наконец-то его генералы подходят. Так, с этой стороны кто у нас здесь подходит? А здесь копейщики. Давайте наших копейщиков сюда поставим. Так, давайте ускоримся. Так, пускай еще лучники постреляют немного. Так, давайте нашей конницей ударим. Ударим по ним, по этим франкам, французикам. Вот он здесь. Есть. Так. Погиб ихний полководец. Так, здесь бегут. Так, по идее, остался у него один полководец. Ага, да. Вот этот вот, как его... Заместитель, или как его, преемник лидера фракции. Так, 91%. Вы как хотите, я уже праздную победу. Я уже открыл бутылочку шампанского и праздную победу. Так, давайте крестьянами этих копейщиков. Так, не надо связывать мою конницу боем.
Так, все, хватит. Рим будет потрясен этой победой. Этот день принадлежит нам. Да, победа все-таки ж. Отбили мы франков от нашей столицы. Так, дипломатия. Саксы с бургундами опять сцепились. Бургунды с сарматы разорвали свои союзы. Да, римляне уже действуют агентами. Да выпустите флот мой, а, имейте совесть. Так, нужно больше флотов, чтобы все-таки разблокировать наш порт. Готовы поднять паруса? Флот готов. Да, можно такую штуку сделать, в принципе. Ага, вот ты где. Атаковать врага! Давайте, может быть, франков уничтожим за такое дерзкое вероломство. Все-таки бывшие союзнички предали нас. Надеюсь, игра сейчас не закрашится, ничего не случится. Так. Отлично. Ну что, франки, на дно истории? Да? Победа! Да, точно, франки уничтожены. Так, эту армию, ну да, в принципе, можно ее подтянуть сюда. Так, здесь я лучше вот так вот сделаю. Да, здесь вообще желательно какого-нибудь агента построить. Да, саксы опять убираются в свои земли, так им и надо. Так, 13, еще один нужен. Один регион. И нас тут блокируют подлые римляне. Неа, нифига, не могу. Ход. Нужно увеличить флот, чтобы пробиться. Император? Так, давайте здесь переобучим. Здесь у нас бунтует столица. Так, восточные римляне, как всегда, самые развитые. Так, давайте здесь посмотрим. Нет, здесь я не построил кораблик, а нужно бы построить.
Да, их дороги нужно бы построить. Так, здесь давайте двух агентов наймем. Так, мы попали в засаду. В засаду бригантов. Да, в мои засады никто не хочет попадаться. А зато мы попадаемся во все засады. О, наконец-то, наконец-то. Он тут немножко бдительность свою ослабил. И мы вырвались из этого заколдованного круга. Так, 75. Давайте попробуем. Да. Да, мавры, как всегда, имеют официальная религия христианства. Веселая фракция, самая забагованная, на мой взгляд, фракция в этом моде, да? Официальная религия христианства. Но в бою почему-то они кричат «Аллах Акбар». И в принципе, да, в принципе, в оригинальных названиях игры они прописаны как «Мурс», то есть это переводится «Мавры», а не «Берберы». «Берберы» — это вообще какие-то вот нигерские такие вот африканские. Из Сахары, да, племена. А мавры, да, это племена из Мавритании. Так, ну что ж, давайте еще ход. Еще ход дадим. Я думаю, наверное, последний ход. Так, исчезновение ересиарха Пелагия. Ага, в Тинге сразу же вот он двинул кони наш шпион. Так, ну что ж, давайте попробуем взять. Так. Победа. Великая победа. Возможно, уход Римской империи из Британии был печальной страницей в истории. Но часто неудачи закладывают фундамент будущего величия. Рим возрожден благодаря вашим усилиям. Это ваша победа. Спасибо, спасибо, спасибо. Так, это сладкое слово «победа». Отлично, давайте как всегда сделаем обзор. Столица Аварик, лидер фракции Карадок Малмутий, члены семьи 31 штука, регионов под контролем 14, сражений выиграно 66, проиграно всего лишь один. Господство выполнено. Все цели выполнены. Я считаю, запил удался. Так что это победа. Всем спасибо за просмотр. Сохранять мы не можем, повторяюсь, так как гуны были уничтожены. Всем спасибо за просмотр. Пока.